Приветики всем! Мы возвращаемся в игру Indie Code. Проверяем наши мозги. 118 уровень. Типа легкий. Знаю я их легкие уровни. Они совсем не легкие обычно. Как-то я воспринимаю все это наоборот. Так, что-то у меня сегодня загрузка задалкивается. Видимо, мой котик раскапывает только. Па, началось. Так. АПРСТ. Как ни странно, нам надо разбивать с вами камни. Где-то. Короче, где мы можем, там разбивать камни. О, уже перемешивают сухады. О, уже плохо, потому что мы уже освободили забучий песок. А раз мы освободили забучий песок, то он может начать расти, а как только он начнет расти, нам будет худо. Так, в целом нам с раздачей повезло. В целом. О, кстати, мы забучие пески все уничтожили. О, вот это круто. Вот это очень круто. Ребята, мы молодцы. Давай еще посмотрим, как он сам себя уничтожает. Хороший раунд такой. Кстати, самовзрывающаяся бомба в подобных раундах очень даже неплохо делать. Потому что из-за них начинают все ряды активизироваться и... Так, где у нас бомбы остались? А, стекляшки остались две стекляшки и очки. Очки. Очки надо набирать одним способом, бомбами. Без бомб никуда. Все. А нет, еще не все. А вот теперь все. Стекляшки-то у нас двухъярусные были. Так, все, мы типа прошли игру. Набрали нужное количество очков. Разбили стекляшки. Обошли кого-то из друзей. И теперь наблюдаем феерический фейерверк нашего кота, который выиграл этот раунд. Кстати, прикольно, что я уже теперь даже не вникаю, вижу, где могу составить бомбы. Это очень здорово. Мы прошли 118 уровень. Нам повезло с раздачей. Очень повезло с раздачей. И наш котик радуется. Так что помните, если долго мучиться, что-то да получится. Всем пока!